Всем привет! Сегодня поболтаем по поводу Торена, для чего он нужен, и повысить скорость, например, ну, максимальную скорость, которую у вас при загрузке будет, чтобы не ждать, например, как у меня 3 часа 3-4 минуты. Но это у меня так, я пока временно поставил его. Для начала настройки подставим. Вот общие. Здесь, в принципе, галочки лишние убрать при загрузке системы Windows. Это лишняя загрузка. То, что у вас, например, дольше загружается, то же самое. Так же, как Яндекс, идет интерфейс. Текущее, ну, все остальное можете убрать, как у меня, например, лишних не было вопросов. Папки, они загружаются у вас. Вот они в загрузке, сюда вот загружаются. Но это, в принципе, делать не надо. Надо их делать обязательно в C, D, C не надо, E, там все остальное, какие у вас есть. Сюда, например, вот так вот сделайте, и они у вас будут... если у вас летит система, они у вас, эти программы, останутся. Или, ну, это хранение у вас получается. Торрент сохраняется здесь, может сохраняться не то, он, в принципе, не сюда не попадает. Он у вас попадает или в загрузки, вот, например, идет в загрузки вот сюда, этот Яндекс вам, или Гол там, ну, я не знаю, что там у вас есть, браузер какой-то здесь сохраняется в загрузках. Или он просто может сохраняться, если его, например, потеряли и случайно стерли его. Вот, берем пользователя. Вот он здесь, он сохраняется здесь. Если вы, например, потеряли или что там, мало ли что, в жизни все бывает. Соединение. Ну, в принципе, случайно порядок при запуске не надо, убираем. Если сами находим, который хорошо идет, но сервера, которые идут за границей, есть Яндекс сервер, ну, есть сервера, которые просто компьютеры стоят, или частный сектор, ну, все остальное. Лучше убрать, если вы, например, скачали у меня. У меня как бы уже все настроено, и сразу включаем и поперли. Некоторые нюансы есть. Это все максимальное стоит. Вот здесь, если стоит галочка применить, ограничения, это будут, ну, вот они, вот эти вот файлы, только их будут качать. Ну, а так как серверы, частные серверы, или которые разработчики, они как бы днем спят, ночью работают, или наоборот, ночью работают, днем спят, или все наоборот. Лучше сделать, убрать ее. Будет по-своему работать. Это дальше рассказывать буду. Вот BitTorrent. Ставите поиск локальных, вот это вот. Это не важно, что вот этот, например, будет искать автоматически. Это типа засекреченность за связи, но это поиск идет. Для новых торрентов то же самое поставьте. Лимит скорости локальных пиров то же самое идет. Управлять скоростью. Надо будет обязательно управлять скоростью, потому что если у вас будет, например, в браузере скорость идти, например, 500-600 и больше не может, он делает на 2 маха меньше просто-напросто. Лимит трафика. Ну, в принципе, если вот так поставить, вот отдача будет у вас 200, ну, в принципе, не надо лимит скорости, это оно само автоматически определяется, очередность максимум активных торренов. Это лучше, чтобы у вас, например, здесь куча торренов будет, чтобы отзагружался не все подряд, а по одному. По одному оно как-то веселее. И максимум загрузок, и тут решайте сами, 20, 30, может 50, но по одному будет быстрее, веселее. Планировщик, это уже не надо вам ничего. Это к удаленному, это компьютер, можно скачивать с чужого компьютера, ну и все остальное. Так, воспроизведение, после этого, когда загрузится,
А ваш Торрен или Видик или еще что-нибудь можете ставить, чтобы запустить Торрен Плау, ну и браузер, ну и все остальное, что он будет после завершения, он будет автоматически включаться, показывать, что у вас загрузилось. Так, устройство это то же самое. Дополнительно. Ну, здесь самое главное. Вот, я сейчас буду помедленнее крутить или ползунок делать. Просто как бы записывайте. Вот так вот надо, чтобы было. Ну, тут я значение сильно не понимаю, но некоторые есть. Вот значение скорости, там убавление, реклама, например, здесь идет. Assembly это отключить. То же самое. Трекеры включены, трекеры это, вот они трекеры сами работают, которые вы скачиваете. Ну, вот, сильно по-английски я не шарю. Так, смотрите, я медленно буду делать. Ну, как бы он у меня, когда я его скачивал, он у меня как бы автоматически, как видите, без рекламы, без всяких прибамбасов, которые там для красоты. Для красоты это смысла нету. Это лишние проблемы в вашей системе. Для загрузки все остальное. Может и вирусняк попасть, все остальное. Ну что делаем? Применить. Окей. Вот как бы у меня трекер есть, я поставил на всякий случай, чтобы вам было удобнее смотреть. Здесь приоритет скорости. Ну, в принципе, сейчас не надо, вот поставили пуск. Вот сейчас посмотрим, как у меня будет молотить. Вот у меня скорость. Все зависит от вашего браузера. Здесь можете здесь турбо включить, если у вас Яндекс. Вот примерно вот так вот молотит он. Но пока, если плохо работает, ставите принудительно, и он качает у вас полностью независимо от всех программ. Так, я делаю стоп, он мне как бы не нужен. Вот здесь убираете, вот что имя холста не удалить, трекеры. Неверная ссылка тоже удаляем. Ну и вот это все сам ищет. Если вы не можете удалить или как по какой-то причине, делаете свойства. Здесь ставите обмен пирами и все остальное. Если у вас пиры есть дополнительные, можете вставлять сюда. Например. Вот здесь вот обязательно надо. Здесь смотрите информацию. Там, ну, все остальное. Это все написано. Так, здесь приоритет скорости. Приоритет скорости для того, чтобы он компьютер не игнорировал его, а работал чисто как бы якобы образно видел его и смотрел, что помогал ему. Высокий не надо, потому что у вас система маленькая будет. Отдачу на вас, как если, например, не ограничено, пусть она стоит как было, не ограничено. Лучше высокий не надо, потому что слишком за нагрузка будет обалденно. Ну, здесь просто высокий ставите. И еще делайте Shift, Alt и Delt. Вот так вот, например. Ctrl, Alt и Delt. Ну, может там по-другому может быть у вас. Вот открываем диспетчер задач. Так, а по-моему даже еще здесь есть. Ну-ка. Вот он, диспетчер задач. Сейчас мы его закроем. Да, вот так вот есть. Смотрим. Торрен. У кого-то какие-то системы еще работают. Если какие-то лишние есть, вам вот, например, телефон. Вот делаем, вот снимаем задачу, чтобы телефона не было. У Яндекса это работает. Вот диспетчер печати тоже снять задачу.
Снимаем лишние здесь, которые есть. Вот эти холсты, конечно, не надо снимать, потому что они как бы у вас работают. Так, Яндекс. Ну, в принципе, я здесь половину поснимал. Это антивирусник. Но антивирусник вы его все равно не снимете. Его вот надо отходить. Так, Яндекс. Потом делайте подробности. И ищите то же самое его. Торрент. Вот он, торрент. Снять задачу не надо. Создать приоритет высокий. Все, закрываем, пускаем. Ну и в принципе попер. Здесь покажет, вот какие сервера работают здесь. Все. Быстрый, непринудительный, то же самое. Ну что ж, если кому понравилось, лайки мне не надо, желательно подписываться, для чтобы у меня как бы работало все. Чем больше вы подпишетесь, тем лучше для меня. Так, еще одно. Если кому-то надо, например, я умею делать вот такие вещи, которые называются визитки. Вам могу отправлять на ваш сайт. Так, потом такие, например, можно делать. Если понравится, то же самое. Вот так то же самое можно делать. Такие визиточки можно. Можно не только визитки делать, но и кое-какие вещи интересные. Так. Ну, например, я то же самое тоже могу делать. Такие вот вещи. Это просто. Ну, такие вот. Одевать, кому надо, кому не надо. Ладно. Всем пока, до свидания. Самое главное, подписывайтесь. Мне лайки ваши не нужны. Например, если кто-то что-то подумает в счет лайка. А так, просто подписка. До свидания всем. Вопросы все задавайте, не стесняйтесь. Продолжение следует. Всем пока.